Избирательная система Российской Федерации в этом году отмечает юбилей. 30 лет назад, в 1993 году, была сформирована Центральная избирательная комиссия по выборам в Государственную Думу. Члены участковых избирательных комиссий городского округа Люберцы приняли поздравления в честь праздничной даты. В городском округе Люберцы 173 избирательных участков. В зале картинной галереи собрались люди, которые занимаются организацией и проведением одной из важных процедур в стране. Сегодня выборы – неотъемлемая часть общественно-политической жизни России. 30 лет, с одной стороны, период как бы в истории очень короткий, но эти 30 лет первые – это самые сложные годы. И вы, как никто, знаете, как сложно было пройти один период выборный, пройти его достойно, показать хороший результат. Вы на самом деле делаете ту погоду вот в нашем доме, согласно которой мы потом с вами проживаем. Друзья мои, с 30-летием замечательный замечательная дата, некое событие. Вы можете гордиться, потому что вы имеете прямое отношение к этому большому политическому действию. За нелегкую и ответственную работу председатели и членов участковых избирательных комиссий отметили знаками отличия и почетными грамотами главы городского округа Люберцы, а также Совета депутатов. Избирательную комиссию я возглавляю уже третий год. Мне очень нравится вообще патриотическое отношение к своему городу. Мне не безразлично, что происходит у нас в стране. И я посчитала своим долгом принимать в этом участие. Уже через несколько месяцев представители участковых избирательных комиссий и жителей Московской области ждет важное событие. С 8 по 10 сентября в Подмосковье пройдут выборы губернатора. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.